Всех приветствую, с вами Декоди, и это очередное видео, в котором я освещаю различные новости и события из мира Geometry Dash. Кроме того, именно в этом ролике я поговорю о канале и других не менее важных вещах. Вероятнее всего сейчас вы будете слышать более четкий, без всяких фоновых шумов звук. Немногие помнят мой первый стрим, где я собирал на новый микрофон. Как ни странно, благодаря вам нужная сумма в ходе стрима была накоплена, и только сейчас он ко мне прибыл. Очень надеюсь, что улучшение качества звука будет заметным. Теперь, что касательно контактных данных. Как на главной странице, так и в описании канала будет присутствовать ссылка на мою страничку ВКонтакте и аккаунт в Стиме. ВКонтакте будет использоваться как информационная страница, поэтому в друзья там не добавляю, а вот в Стиме принимаю абсолютно все заявки, следовательно именно там со мной можно связаться и при желании пообщаться лично. Не знаю, стоит ли еще раз говорить о моем последнем уровне, ведь он так и не попал во фьючерит, как мне стало известно из-за многочисленных багов, но их только два. Это смещение коллижн блоков при небольших лагах, это баг игры, а не уровня, и небольшие проблемы с управлением, которые я исправить пока не могу. В общем-то меня это ни грамма не останавливает. Я продолжу создавать удивительные и интересные уровни. По крайней мере, в этот раз планирую сделать крайне эпичный демон. Буквально на днях, зайдя в аккаунт Роберта, можно было видеть странный левел. Ничего необычного на первый взгляд, кроме названия, в нем не было. Но кое-что меня все-таки заинтересовало. Сразу же можно заметить набор непонятных символов на протяжении всего уровня. В самом конце располагается надпись A New World, что переводится как новое хранилище. Блок из последовательно соединенных шаров. Что-то я такого не припомню в редакторе текущего обновления. Очень странно. Скорее всего, это проделки хакеров, но есть небольшая допустимость, что Роберт решил сделать такую своеобразную пасхалку, дабы заинтересовать игроков. Практически каждый игрок знает о таком демоне, как Bloodbath. Его создатель Риот, прославившийся своими прохождениями экстрим демонов. Кто бы мог подумать, что он решит обновить именно этот уровень, причем усложнив его в несколько раз. У меня до сих пор на Bloodbath 27%, а после обновления я вообще вряд ли когда-нибудь его пройду. Пожелаем Риоту удачи, но мне кажется, что верифайт затянется на очень долгое время. К тому же ему игра может попросту наскучить, да и проблему с рукой тоже не стоит отодвигать на задний план. Ну и напоследок я оставил очень неоднозначную, а для кого-то возможно интересную информацию. Ее любезно предоставил Миша Коваленко, за что ему отдельное спасибо. Скачав старую версию Geometry Dash, он покопался в файлах игры, и вот что вы думаете, нашел старый сервер, на котором загружены 5 уровней, все из которых кроме одного, бета-версии официального уровня Jumper. Зайти на этот сервер можно только со старой версии игры. Понятия не имею, как Роберт до сих пор не удалил все эти уровни, но то, что мы хоть и на скриншотах смогли увидеть, можно сказать, исторические моменты, по сути просто удивительно. На этом ролик подходит к концу, также предлагайте свои идеи и моменты, о которых можно или даже нужно рассказать. Не забудьте поставить большой палец вверх и подписаться на канал. Всем удачи и пока!